принесли нам благодать со святами Твоего Духа. Всю предстоящую и молящуюся братью и пришед звезда, ста верху и дежебе от рача, Господь воцарися в лепоту, обличайся, Господь, в силу и припоясайся, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол твой, кто ли от века пейси, возбего же реки гласа своя, возьму реки сотрения своя, дивны высоты морские, дивны высокий Господь, сведение твое веришь из село, дому твоему, кладовая святыня, в Господе, благоту дни. Покрый небеса, добродетели Твои, хвалы Твои, исполн земля. Покрый нас кровом крылу Твоей, очини от нас всякого врага и супостата. Убери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой. И спаси души наши, яко благ Твоя. Святительство Твое. Протопресвитерство Твое, да помнит Господь Бог по царству Своем всегда. Протопресвитерство Твое. Беру святительство Твое, да помнит Господь Бог по царству Своем. Святительство Твое, да помнит Господь Бог по царству Своем. Святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерейство ваше, да поминет Господь Бог во Царствии Своем. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и свято Твоей Всесильной Лавры, священной Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и присно и во веки веков. Всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и присно и во веки веков. Основание русской духовной миссии в Иерусалиме и также круглую дату со дня рождения отца архимандрита Антонина Капустина, с именем которого и связана деятельность русской духовной миссии в момент ее расцвета. Благодаря отцу Антонину появилось такое географическое и политическое понятие, как русская Палестина. И появилось это понятие не на пустом месте. Отец Антонин, несмотря на очень трудные политические и юридические условия, препятствующие приобретению земли в Палестине на иностранцев, сумел через своих близких духовных людей, живших на Палестине, приобрести в пользу России, русской церкви, замечательные участки, куда и сегодня устремляются наши паломники. Это Елеонская гора, это Тиверия, это Хеврон и многие другие места, без которых мы сегодня не мыслим русской Палестины, русских святых мест. Отец Антонин Капустин, будучи человеком очень просвещенным, и кроме занятий, связанных с его пасторской и административной деятельностью,
уделял очень много внимания науке, и в первую очередь археологии. И он совершил археологические исследования мирового значения. Он раскопал в Древнем Иерусалиме, недалеко от гроба Господня, порог судных врат. Судными назывались ворота, через которые выводили преступников на казнь. Эти судные врата были очень близки к Голгофе. И вот, изучив множество исторических свидетельств, отец Антонин приступил к раскопкам и откопал этот порог судных врат, камни, на которых стояла нога Спасителя, восходившего на Голгофу. Имя отца Антонина Капустина вписано золотыми буквами в нашу церковную историю. И сегодня мы празднуем 220 лет со дня его рождения и празднуем 170-летие русской духовной миссии в Иерусалиме. И я попросил, чтобы мне сегодня сослужили все те, кто в то или иное время был начальником русской духовной миссии или служил в русской духовной миссии и радовался возможностью вместе с собратьями, так связанными со Святой Землею, помолиться сегодня и о благостоянии русской Палестины, о сохранении русского православного присутствия на Святой Земле. А сейчас мы отслужим литию и помолимся о всех тех, кто потрудился во благо устроения русской Палестины, наипаче же о преснопамятном отце архимандрите Антонине Капустине. Пусть наши молитвы достигнут Божьего престола, и да благодать Божия пусть излиется на всех верных чад Русской Православной Церкви, жертвенно потрудившихся в местах библейских воспоминаний. Аминь. Господи, всем земли нами поминай.